Кандидатура Мишустина снова выдвинута президентом Российской Федерации на пост премьер-министра. Депутаты обсудят его уже 10 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В 14:00 по Москве начнется пленарное заседание Госдумы, на котором кандидатура Мишустина может быть утверждена, уведомил Володин. До этого президентский кандидат в премьеры встретится с думскими фракциями. На каждую встречу запланировано по полчаса. Мишустин пробыл на посту премьера чуть более 4 лет с января 2020 года по 7 мая 2024 года.